Так. Ребята, короче, клёв как на чёрных камнях, ребят. Ну вот оно счастье рыбацкое. Приехали мы. Ветерок, правда, сильный, но сегодня перемена погоды. Итак, друзья мои, приехал на рыбалку. Сегодня будем пробовать ловить карпа. Буду ловить его на удочку, на поплавочную. И интрига заключается в том, что, во-первых, был сильный спад погоды. То есть было вчера 37, сегодня 28, практически на 10 градусов спала жара. И это очень сильно повлияет. Вообще, может сегодня не ловиться, посмотрим. В конце я вам расскажу, если мы наловим, то покажу, расскажу, где мы находимся, чтобы, возможно, у вас также была такая возможность порыбачить здесь. А снасть сегодня у нас-то какая? Обычная удочка, 10-й крючок, 0,20 леска и, конечно же, гусиное перо. Из насадок у нас будут и пуфы, и кукурузка, червячок, опарыш, еще пару вариантов. Ну и прикормка у нас будет карп мега, и также буду добавлять макуху. Так, ребята, только-только я... Ё-моё, я только забросил. Что происходит? Что происходит? Вы посмотрите на это. Я даже еще не успел прикормить. Ёханый бабаханый. А я ж опять без подсака. Красавчик. Видите, полкилограмма. Вот такой вот карапчук. Где-то полкилограммовый, ребята. Красавчик. Поймался, только забросил. Прошло 10 минут, два карпа. Один, ну, грамм, наверное, 600. Клюет. Даже не подкармливал, просто подбросил, наживил кукурузу, три штуки. И один за одним. Смотрим далее. Пришел. Опа, это он. Ребята. Так, кто ты? Ну, небольшой. Ух ты! Ну, не, я ошибся, ребята. Я ошибся. Тут верных полкило, если не больше. Так. Так, вот это оно, ребята. Ну, нужен килограммовый. То, что уже 4 водоема посетил. Четыре водоема посетил, и пока килограммовых нема. Опаньки, такое есть, красавчик. Смотрите, какой, а? Хорош? Хороший карпулик. Ну да, тут такой, полкилограмма где-то. Мы их в конце отпустим, и в конце они все отправятся домой. Давай, опа. Фух, ребят, ну вы понимаете, да, когда ты вываживаешь карпа, особенно с глубины 2,5 метра, это такой экшен, такая движуха. Сначала ты думаешь, что-то небольшое, но потом он начинает сопротивляться, и это такая эмоция. Рыбалка планируется быть насыщенной, поэтому, друзья мои, прежде чем мы начнем, ставьте лайки, подписывайтесь. Кстати, ваши подписки и ваша обратная связь очень-очень важна. А пока наша кашка для поросяток разбухла, я даже не знаю, стоит ли закармливать, но попробую. Сейчас закормлю, может, все-таки покрупнее придет. Нам нужен килограммовый. Рыба явно гуляет, явно очень активная. Так, сейчас вероятность всего, что мы можем на карасей сейчас натрапить таким образом. Ребятушки, прошлый раз надевал по две кукурузины и реально клевал меньше. Поэтому, если мы хотим поймать более крупного карпа, то надеваем по три кукурузины. И таким образом мы привлекаем более ротастую рыбу. Ребята, вы это видите? Смотрите, бульбашит по полной программе. Куча мелких бульб. Это не что иное, как пылесосы, карпики по полкилограмма, по килограмму подошли сюда. В общем, решение с закормом было слабеньким, неправильным, потому что, друзья, закормил, налетела куча рыбы, бульбаши, но уже где-то минут 20 ничего не клюет. Вот такая картина. Поэтому, если клюет, вывод, не трогайте. Влупил дождь, поэтому надо прятать. Благо, есть вот такие штуки,
Кстати, рюкзак бомбовый, Рапала, если что называется, покупал несколько лет назад, объездил с ним кучу мест, и вот он по всем фронтам очень классный. Пережидаем дождь, а пока у нас перекус. Ну, давай, чайка, бутербродики на красивых женских ножках, все как положено. Смотрим дальше. Посмотрите, какой карась. Ну, круглый такой. Грамм, наверное, ну, 300 смело. Вот моя ладоха здоровенная. Хороший карась, хороший. Кругляшок такой. Ух! Так. Кто-то есть. Ух ты ж, блин! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так, давай. Ну, думаю, да. Опа, ух ты. Думаю, да. Опа, ух ты, блин. Да ё-моё, что за хрень? И два уже срыва. Вот видите, видите, что творится. Так, подождем, подождем. Пусть он возьмет. Вот здесь я уже тянул. А оказывается, видите, вот все, он выложил. Подождем. Дадим ему насладиться моментом. Ну что думаете? Пора? Попробуем. О, 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 о. А вот он. Вот, вот, вот. А вот он. Вот, вот, вот. Дали насладиться моментом. Так, 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 так. Хоть это что-то хорошее. Я сниму я. Вот такой вот красавец. Вот такой вот, смотрите. У него небольшие ранки. Тут много щуки. Возможно, щука побила. И вот видите, что значит, когда ему дал заглотнуть. И сейчас будем экстрактором его вытягивать. Или попробуем. Есть народная мудрость пальцем. Главное себе его палец не загнать. Быстро мы его освободили, и он красивенько отправляется в садок. Ну, такой тоже, это грамм 400 карпик. Ребят, видите, карп он такой. Мы с вами две поклевки видели, и срывы были, потому что он только-только начал заглатывать. Он берет, где-то минуту 2-3 засмактывает, но обратной стороной медали является то, что он его прям в гландах, видели, как сейчас. Но благодаря вот экстрактору рекомендую всем зайти купить, чтобы не тревожить, не убивать рыбу заранее, если вы ее берете домой. Либо если вы отпускаете, то вы хорошенько продеваете, вытягиваете крючочек, и рыба остается в целости и сохранности. Поэтому очень полезно штука на рыбалке. Ух ты! Опа-па-па-ра-па! Ух ты! Опа-па-па-ра-па! Вот так вот. Смотрите, как жмет. Опа-па-па-ра-п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 а
Видите, какой карпулик. Грамм так. Я думаю, этот грамм 400 будет. Вот такие дела. Это вообще красавчик. Вот такой. Смотрите. Усатый. Гляньте, какие усы у него. За верхнюю губу взял. Причем я прям не успел среагировать. Только-только опустил. Короче, клёв, как на черных камнях, ребят. Так, а это уже карпик. Нет, блин.
Ребят, ну что, отловились часа за три. Клёв был реально крутой, как на черных камнях. И помните, я вам говорил, что если на рыбачу наловлю, то расскажу, где это место находится. Находится это в Печенежском рыбхозе, порядка 55 километров от города Харькова. И, кстати, ребята очень классные. Реально здесь все облагорожено. Можно приезжать и с семьей налавливать рыбы. Просто завались. За три часа мы наловили, сейчас покажу, что. Смотрите, какая красота. Я отпускал еще пару карасей. Это все поймали за часика три, с учетом того, что мы, наверное, около часа, да, прождали с дождем. Вот такой вот улов. Ловил на гусиное перо, на удочку обычную. Смотрите, какой красавец. Тут грамм 600. Грамм 600 такой карпик. Не забывайте, у меня 1,94 рост. Это две мои ладохи. Очень крутая штука. И что мы делаем, ребят? Вам с вас лайк, а я смотрите, что делаю. Пойдем. А мы их раз, 600 грамм, 400 грамм. Ну что, ребята, поплыли? Вот такой улов, буквально часика за 2,5 с дождем. Вам было интересно? Понравилась рыбалка? Ставьте лайки, поддерживайте канал, поделитесь этим видео с другими своими друзьями. Ну, а я вам буду выкладывать новое видео, которое уже некоторые даже сняты, там крутой контент. Увидимся в новых видосах. Пока-пока.